Калифорнийские львы, которые обожают воду, поселились в Геленджике. Хвостатая четверка переехала на побережье из московского зоопарка. Там сейчас реконструируют большой комплекс для ластоногих. Поэтому морских львов решили отправить на курорт. Барышни Нати, Нори, Лапси и малыш Дамир отлично перенесли дорогу. Сейчас осваивают новое место жительства и уже подружились с соседями белыми медведями, чем шокировали сотрудников сафари-парка. Излюбленным местом отдыха столичных гостей стали ниши в стенах, разделяющих вольеры ластоногих и опасных хищников. Медведь подплыл, посмотрел на них. Калифорнийские львы абсолютно никак на него не отреагировали, как на опасность. Восприняли это как самое безопасное место. Вроде как медведь их защищает. И выбрали себе там спальные места. Если ластоногие приживутся в Геленджике, обратно в Москву морских львов отправлять не будут. Еще одни новоселы сафари-парка. Пара редких черных антилоп уже чувствуют себя как дома. Когда животных после карантина впервые выпустили в вольер, самец не разрешал своей даме выходить из домика 3 дня, пока не убедился, что территория безопасна. Всем соседям африканец показал, что он здесь хозяин. Угрозы не беспочвены. В дикой саванне с помощью длинных рогов антилопы выходят победителями даже в схватке с леопардами и львами.